Приветствую всех любителей спорта. В эфире телеканала «Беларусь-3», передача «Старты и финиши». В ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! Областное дерби в четвертьфинале. В чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге развязка все ближе. Гандбольный клуб «Гомель» сыграет в финале четырех розыгрыша Кубка страны. Проверка боем. Футбольный клуб «Гомель» и «Гомель Желдортранс» проводят предсезонные спарринги. С уверенностью можно сказать только одно. В полуфинале национального чемпионата по хоккею будет играть один из клубов Гомельской области. Правда, на кого-то делать ставку пока рано. Игровое положение по итогам регулярного чемпионата таково, что в четвертьфинале стадии плей-офф будут бороться Жлобинский «Металлург» и хоккейный клуб «Гомель». Регулярный чемпионат хоккейный клуб «Гомель» закончил на третьей позиции. Результат не выдающийся, но на обычном для Рыси уровне. Последнюю домашнюю игру гомельчане провели против еще недавно лидера первенства, а ныне обладателя второй позиции – солигорского «Шахтера». Этот матч стал юбилейным, 50-м в гомельско-солигорском противостоянии. Но помимо не самого значительного юбилея, носил в себе более практическую подоплеку. С турнирной точки зрения он был весьма важен горнякам. Для них на кону стояла первая строчка. Гости в последнее время весьма подуставшие, все же до финальной сирены давали жару. Открыл счет в матче Евгений Соломонов, но гости очень быстро его сравняли, секунд через 20. Впрочем, до перерыва Соломонов успел оформить дубль. Забили мы гол и очень быстро пропустили. Вот здесь я немножко недоволен, то что очень быстро пропустили гол, но хорошо, что не опустили руки и довели период до победы. Соломонов забил за счет своей напористости, забил второй гол. Первый гол очень красивый, красивый гол забил. Повели в счете и во втором периоде немножко было преимущество, где нужно было реализовывать, пропустили контратаку и нам забили. Во втором периоде действительно преимуществом владела команда хозяев льда. Но «Шахтеру» усилиями Вячеслава Андрущенко удалось вторично восстановить равновесие в матче. Однако паритет наблюдался совсем недолго. Удаление в составе гостей позволило «Рысям» быстро разыграть лишнего и установить, как выяснилось, окончательный итог встречи – 3-2. Но в третьем периоде же ясно, что соперник будет отыгрываться, будет прессинговать и... Я рад, что мы выстояли. Спасибо хоккеистам за то проявленное мужество и тот характер, который они показали. Дай бог, чтобы они это сохранили и перенесли на плей-офф. А вот в самом последнем матче регулярки «Рыси» с таким же счетом уступили лидеру первенства «Минской юности». Жлобинский «Металлург» и вовсе сдался на милость столичной команды 0-4, а потом и гродненскому «Неману» 2-5. Зимняя часть чемпионата выдалась достаточно бурной. Обновленный регламент с делением на шестерки подогрел интерес болельщиков. Проходных матчей с января не было вообще. Впрочем, такую систему идеально и назвать сложно. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо болельщикам. Атмосфера была супер. Дай бог, чтобы была такая поддержка на плей-офф, на что мы рассчитываем очень сильно. Болельщик сегодня просто супер, выше всяких похвал. Так было приятно играть, гнали вперед. Кстати, средняя посещаемость матчей регулярного сезона экстралиги составила всего 749 зрителей, значительно сократившись по сравнению с прошлым годом. Лучшей командой лиги по посещаемости стал хоккейный клуб «Гомель». На домашние матчи в среднем ходили 1700 болельщиков. Веселее, когда в тонусе, да, команда находится, когда переживаешь вот эти вот эмоции, именно игровые, да. Маловато, конечно. Игрок растет вот в таких матчах, да, в тренировках все равно не то напряжение, не тот уровень ответственности, как в матчах. Поэтому мое мнение, что игры должно быть больше. Команды не упустили возможности перед плей-офф немного усилить свою кадровую составляющую. Посему «Гомель» покинул Антон Пульвер, а «Металлург» – Антон Елисеенко. У «Рысей» появились несколько новичков. Определенный интерес представляет российский нападающий Георгий Бусаров. Воспитанник пензенского хоккея очень хорошо знаком нынешнему главкому «Гомеля». Под руководством Андрея Сидоренко форвард некоторое время играл в «Дизеле». Бусарову всего 21 год, но этот сезон для центр-форварда был уже четвертым в ВХЛ. Пары на четвертьфинальную стадию плей-офф определились в зависимости от занятых командами мест. Лидер регулярки «Минская юность» встретится с новополоцким «Химиком» СКА, который закончил этот этап на 8-й позиции. «Шахтер» сразится с хоккейным клубом «Лида». Клубы Гомельской области определят сильнейшего в серии полесского дерби. А гродненский «Неман» сойдется в противостоянии с «Динамо» Молодечно. Если все сложится удачно для «Шахтера», то следующим соперником для одного из клубов Гомельской области станет именно солигорская команда. Три игры к ряду проиграли «Гомелю». Нездоровая такая тенденция, что-то в этом году мы с полесскими дружинами играем неудачно. Но, тем не менее, думаю, что придется играть дальше. Дай бог, если выйдем в полуфинал, то
Будем играть с Гомелем, думаю. Стадия плей-офф стартует уже 24 февраля. Два дня подряд хоккейный клуб «Гомель» будет принимать «Металлург» на своем льду. На 28 и 29 февраля запланированы игры в Жлобине. Установка на эту стадию, высказанная тренерским штабом, одна. Биться от ножа с каждой командой от первой секунды до последней. То есть все примерно лаконично и просто. То есть ничего тут сверхъестественного нету. В чемпионатах Беларуси по гандболу начался второй этап. Женская команда гандбольного клуба «Гомель» стартовала с победы. Более чем уверенно обыграна городничанка 38-15. Завтра гомельчанки на своей площадке будут принимать бобруйскую «Березину». А вот мужской дружине пришлось не так легко. Соперником был столичный «СКА». В нынешнем сезоне игры с армейцами для гомельчан складываются не лучшим образом. Одна игра завершилась в ничью, трижды подопечные «Спартака» Мироновича были сильнее. На родном паркете при поддержке болельщиков гомельчане собирались улучшить эту статистику. Начало первого тайма команды провели в равной борьбе, однако концовка осталась за гостями. При счете 9-10 они добавили и к 24-й минуте создали комфортное преимущество в 4 мяча. А на перерыв и вовсе ушли, ведя в счете 12-17. Почти всю вторую половину игры у гомельчан не получалось подобраться к сопернику ближе, чем на 4 гола. Интрига закрутилась в последние 5 минут. Во втором тайме более-менее разобрались, ребята успокоились, поменяли немножко защиту, они поняли, что надо играть, что не все потеряно. 4 успешные атаки подряд отличились Ященко, дважды Смоликов и Гусаков. Надежная игра в защите. И за полторы минуты до финальной сирены преимущество минчан сократилось до минимума – 29-30. Хороший шанс, если не на победу, то на ничью. Команды успели еще раз обменяться мячами. В составе хозяев отличился Волынцев. Однако последняя результативная атака и общая победа в матче остались за минчанами – 30-32. Команда «Гомеля» всегда хорошо играет. Играли... Старались, где-то больше единоборств выиграли и выиграли 2 мяча. Но «Гомель» сильная команда, хорошо себя показала. У Сергея Цыганкова претензий к своим подопечным нет. Результат по игре. Главное, что в этом сезоне армейцам победы над «Гомелем» даются не так легко. Ну, ребята начали двигаться, поверили, что все-таки могут зацепить. Пару голов хороших забили, пару атак. Я не могу сказать, что мы плохо играли. Нет. Ну, извините, мы играем против тоже команды, это они... Не буду обижать другие команды, это команда выше, на сегодняшний момент мы не фавориты. Поэтому 2 мяча, я считаю, это все нормально, тем более у нас ответная игра будет в Минске. Я думаю, что мы будем тоже бороться. Спустя несколько дней «Гомель» провел матчи Кубка страны. За право сыграть в финале 4 гомельчане сражались с гандбольным клубом имени Левина. Обе игры прошли в «Гомеле». Хозяева ни в одной из них не дали повода усомниться в своем преимуществе, уверенно победив. Жеребьевка финальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси запланирована на 3 марта. В чемпионате Беларуси по мини-футболу регулярный этап в самом разгаре. На минувшей неделе команды сыграли 2 тура – 20-й и 21-й. В 20-м туре из представителей нашего региона победить удалось только ВРЗ. Вагоностроители в Минске переиграли охрану «Динамо» 5-0. Светлогорский ЦКК разошелся миром с гродненским УВД «Динамо» 0-0. БЧ и агрокомбинат «Южный» свои матчи проиграли. Южане «Столицы» 1-7, а железнодорожники «Мопиду» 1-4. В 21-м туре БЧ также не удалось победить. Соперником был еще один обитатель первой четверки таблицы чемпионата «Столица». Минчане выиграли на своей площадке 3-1. ВРЗ был сильнее УВД «Динамо» 6-2. Южане уступили «Динамо» БНТУ 4-5. ЦКК на своей площадке не смог обыграть «Дорожник» 3-4. В турнирной таблице из представителей Гомельской области выше всех располагается БЧ – 7 место. ВРЗ замыкает восьмерку сильнейших. Южный на 13-м месте, ЦКК на 15-м. В большом футболе до официального начала нового сезона еще далеко. Однако два представителя областного центра – Гомель и Гомель-Желдортранс – активно готовятся к старту чемпионата в первой лиге. Первую пробу сил в обстановке максимально приближенной к боевой команды провели, сыграв между собой товарищеский матч. Игра проходила на поле стадиона «Сдюшор-8». Погода благоволила футболу, было комфортно и ясно. И хоть время начала матча было не очень удобным для буднего дня, болельщики на трибунах были. За зиму они успели соскучиться по футболу. Да и сама игра хоть и была неофициальной, однако статуса дерби не теряла. Задачи на матч у обоих главкомов были схожи – проверить в деле футболистов, в том числе и новичков. Задача была одна – дальше познакомиться с ребятами и
принципе, посмотреть их на большом поле, потому что тренируемся пока мы больше на базе, там поле нестандартное. Ну и с нормальным сопротивлением, с хорошей командой. Павел Кречин перед своими подопечными также особых задач не ставил. А вот игра пришлась весьма кстати. С командой тренируется внушительное по количеству потенциальное пополнение. В матче приняли участие 7 новичков. Задачи ставили посмотреть на новичков. В общем-то, большое количество у нас новичков, просматриваем их, в общем-то. Ну и почувствовать игру все-таки. На большом поле не тренируемся, используя в тренировочном процессе местные достопримечательности. Поэтому просто поиграть в футбол, подышать кислородом, ну, почувствовать игру. Кстати, в составе железнодорожников на поле вышел Денис Медведев. Прошлый сезон футболист провел в стане Гомеля. Что касается самой игры, то основные события вместила в себя стартовая половина первого тайма. На 10-й минуте после подачи углового и легкой неразберихи в штрафной зелено-белых новичок Гомель Желдортранса Алексей Кравченко открыл счет. Стоит отметить, что удар у него получился на загляденье. Шансов у Олега Ковалева не было. Спустя 5 минут Гомель отыгрался. Также после подачи углового отличился Егор Трояков. Еще через несколько минут голкиперу железнодорожников опять пришлось извлекать мяч из сетки своих ворот. Голевой удар записал на свой счет Павел Ситко. Больше забитых голов в этой игре болельщики не увидели. Спустя несколько дней зелено-белые отправились в Могилев, где провели товарищеский матч с еще одним соперником по первой лиге – Днепром. Игра завершилась в ничью 1-1. В составе Гомеля отличился Егор Трояков. Следующий товарняк зелено-белые проведут в субботу, 27 февраля в Бобруйске против новичка высшей лиги Ислачи. 5 марта Гомель сыграет с Крумкачами, через неделю 12 марта с Городеей. Да, у нас распланированы игры до 12 марта уже, то есть недельные циклы мы будем заканчивать с игрой. Будут команды, которые представляют высшую лигу, но и будут команды с первой лиги. Я, наверное, даже больше хотел бы, чтобы ребята сыграли вот с Гомель Желдортрансом, команды, которые представляют первую лигу. Что они посмотрели, что это непростой чемпионат, что командой сегодня показал соперник, что эта инициатива, она переходит из них руки в другие, что это не так все просто, и наша молодость, амбиции, их надо подкреплять, а свои амбиции надо подкреплять на футбольном поле с игрой. Ислач станет следующим соперником и для Гомель Желдортранса. Команды сыграют между собой завтра в Бобруйске. И на сегодня о спорте все. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи.